Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Почему в Киров не идут деньги, рассказали авторы стратегии 2035. Документ на следующей неделе будет рассматривать Гордума. Составители – это финансовый университет при правительстве России. Изучили историю города за последние 10 лет, оценили плюсы и минусы в разных сферах. Отставание Кирова по суммарному объему инвестиций в основной капитал на душу населения за 10 лет более чем в два раза отстает от среднего по регионам. Рост объемов инвестиций на 5% отстает. По мнению авторов стратегии, это связано с высокими ставками по кредитам, низкой платежеспособностью кировчан, некачественным сопровождением инвесторов со стороны властей. Чтобы повысить инвест-привлекательность, авторы стратегии предлагают назначить в мэрии ответственного за инвестиции. Такой, кстати, был уже при Илье Шульгине, проработал лишь несколько месяцев. Создать портал для потенциальных инвесторов, ввести льготы, упростить взаимодействие с чиновниками, а также чаще устраивать встречи бизнеса и чиновников с представителями других регионов и стран. Программа «Экономика». 425 тысяч жителей Кирова должны заплатить за свои квартиры, машины и дачи. Налоговый им направил уведомление по имущественным налогам почти на 1 000 000 000 рублей. Рассчитаться нужно до 1 декабря. Квитанции сейчас не направляются. В документах лишь указаны реквизиты платежа и идентификатор, который позволяет вводить сведения автоматически. Также есть и штрих-код, и QR-код для быстрой оплаты через банковские терминалы и мобильные устройства. Если до начала ноября по почте или в личный кабинет на сайте налоговой информации о налогах не поступит, нужно обратиться на Комсомольскую 1 или в МФЦ. Неуплата влечет начисление пени, обращение в суд, судебные издержки, арест имущества и ограничение выезда из страны. Экономика на 101 FM. В Кирове выберут лучших доставщиков пиццы, роллов и выпечки. Конкурс «Лучшие предприятия по доставке готовых блюд» проходит в рамках форума «Киров торговый», который проводит Вятская торгово-промышленная палата совместно с администрацией города. Начали эксперты оценивать конкурсантов, которые специализируются на изготовлении доставки пиццы. В 7 точках прошли контрольные закупки. Все курьеры пиццу «Маргарита» доставили без опозданий и соблюдения масочно-перчаточного режима. Кто-то добавил к доставке дополнительную пиццу или соус. Оценили эксперты и сами блюда, внешний вид, аромат, вкус и другие особенности по бальной системе. В следующем этапе конкурса жюри будет искать лучшего в приготовлении доставки роллов. Экономика. Завершение в валютах. Доллар на сегодня 77 рублей 78 копеек. Курс евро 91 рубль 56 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.